А Путин проповедует сегодня уже, хотя это так не называется, а чисто такую имперскую фашистскую политику в реваншистском духе, в гитлеровском духе. И это, конечно же, сказывается на всем обществе, на всей стране, на России. Сейчас там буквально разгул скинхедов-фашистов, вот их движения, которые обретают все больше и больше размах, там уже доходит до убийств людей за то, что они не похожи на славян. Это уже как бы становится даже какой-то нормой. Вот. Ну и на этом фоне, значит, естественно, агрессия путинской России на Украину, аннексии Крыма и все прочее, это говорит о том, что Россия пошла по пути Германии прошлого века. И здесь, конечно же, вот эти вот глашатаи, надо прямо сказать, Путина, это тот же Лимонов, Жириновский, Штыгаш и прочие, ну и тут еще и Севастьянов, так называемый лидер русских националистов, которого мы имели возможность наблюдать во всей его красе, когда он выступал по Казахстану по, значит, видео. Это говорит, что просто-напросто Россия скатывается в настоящую яму, значит, нацизма. Когда Севастьянов, такой весь из себя вальяжно самодовольный, купеческого вида, такой, значит, туповатый мужик, начинает рассуждать о казахской истории, мне было смешно, Я убежден, что он в русской истории не разбирается. Вот, например, он говорит, что Екатерина якобы приняла Казахстан в состав России. Между тем, это было не при Екатерине, а при Анне Иоанновне. Это элементарно. Такие вещи он не знает, но судит о них. И он рассуждает, что вот такого даже и народа не было, и нации нет, и это объединение племен и прочее. А между тем, значит, просто мы знаем из реальной истории, что сама Россия современная, она вышла из Золотой Орды. Саму Россию, вот эти разрозненные, воюющие друг с другом, причем с помощью тюрков, значит, княжеств, объединила, значит, империя Чингисхана, Золотая Орда. Она сделала Московию, так называемую, государством. И с тех пор есть вот такая, как сегодня она, значит, видна, вот эта Россия. А задолго до этого существовали наши государства, наши народы, я имею в виду тюрков, со времен еще, значит, гуннов. Что уж тут говорить-то? И эти государства, сильнейшие в мире, крупнейшие в мире государства, вот, они были тюркские, а казахи тюрки, и они не откуда-то там с неба свалились, а вышли из этого вот тюркского, чингисхановского, золотоордынского чепана. И естественно поэтому, что это были полноценные государственные образования, вот, объединявшие огромные не просто просторы, а множество народов тоже. И в том числе и русских самих объединяло вот в эту империю. А сегодня, когда потомки тех русских начинают вот так вот самодовольно, высокомерно, пренебрежительно говорить о казахах, это, я еще раз говорю, кроме смеха ничего не вызывает. Естественно, что когда он ведет речь о племенах, то понятно, что он о них понятия не имеет. Вот племенное родовое объединение казахов во время казахского ханства, скажем, это было элементарное, значит, административное объединение. Вот три жуза – это как три края, да? А в них, значит, рода выполняли, значит, роли областей, районов. Потом, значит, есть в них аулы. Вот такая организация, как говорится, не разъединившись, не объединившись. Это элементарно в политике, в создании государства и так далее. Ведь все государства состоят из административных, значит, единиц. И в то время это у нас было так. И это, естественно,
значит, соответствует духу, характеру казахской истории, казахского менталитета, казахской государственности. И вот это все сводить к какой-то примитивной вот этой вот племенной организации, как говорит Севастьянов, ну это просто бред какой-то. Естественно, поэтому, что я считаю, что вот эти вот так называемые «историки», в кавычках, они наносят вред прежде всего самой России, самому русскому народу. Потому что подобными высказываниями других народов, они сами, как и никто, восстанавливают против России, против русских вот эти самые народы. Потому что это просто-напросто клевета и ложь про них. Кстати, вот самое главное, что мы сказали бы вот для, собственно, казахского народа? Вот как нам сплачиваться, как нам объединяться, вот какая миссия у нашего народа, вот какой вы видите вот такой посыл именно для самих казахов, потому что это внешний момент, а вот то, что нужно, какими нужно быть нам самим, чтобы быть свободными, независимыми и так далее. Вообще в нашей истории это было и не раз, когда вот над Казахстаном, над казахским народом нависали страшные опасности, которые угрожали просто-напросто уничтожением народа. Джунгарское нашествие, вот, скажем. И вот тогда казахи, вот такие моменты, они всегда могли, умели объединиться. Это происходило. Вот они собирали силы в кулаки, уже, казалось бы, безнадежной ситуации отстаивали все то, что им дано от Аллаха. Это государственность, независимость, свобода и так далее. И тогда непонятно откуда, так вот если посмотреть на поверхность взгляд, появлялись и казахские ополчения, появлялись и замечательные полководцы, и правители, которые клали, так сказать, на плаху свою голову ради независимости и прочих, значит, главных ценностей нации. И тогда уже, значит, казахи уже достигали своих целей. Естественно, не без труда, жертвами, причем с огромными очень часто так бывало. Вот, но все-таки из этих испытаний казахи выходили с честью. Ну, как говорят, как феникс из пепла, да? И сегодня, конечно, ситуация тоже тяжелая, надо сказать. И причем не из-за того, что кто-то извне нападает на Казахстан на данный момент конкретно, а из-за того, что внутренний враг, к сожалению, это делает. Я имею в виду нашу власть. Это она сегодня главный виновник того, что Казахстан поставил ситуацию перед угрозой потери независимости. Потому что никто иной, а как сам Назарбаев, значит, вот ведет по этому пути Казахстан. И поэтому, конечно же, гораздо легче понятнее как-то бороться с внешним врагом, а вот с внутренним труднее. И вот эта трудность перед нами стоит. И именно вот сегодня казахи должны сплотиться против вот этой трудности, вот этого врага, этого нашей вот коллаборационистской власти. Власти. Многие этого не понимают. Думают, что вот первую голову надо опасаться вторжения России и так далее. Нам надо опасаться и избавлять страну от этой опасности путем решительной борьбы с самим нашим, значит, так называемым лидером нации Назарбаевым и его режимом. Как украинцы сделали, вот они вышли на улицы, значит, боролись до победного и сбросили, изгнали из страны своего Назарбаева, да, Януковича. Почему мы этого не можем? Мы тоже можем. Мы не раз, еще раз повторяю, доказывали, что нам это по силам. И именно поэтому нам надо именно на этой основе казахам объединяться, находить общий язык, сплачиваться, мобилизоваться и решить вот эту самую главную нашу проблему – избавить Казахстан от Назарбаева и его режима.